30 лет со дня образования. В конце мая гимназия номер 1 отмечает день рождения. Многие ее выпускники добились больших успехов в жизни. Не станут исключением и нынешние. Для них еще не прозвучал последний звонок, но они уже могут похвастаться серьезными достижениями. Например, Артем увлекается программированием и с уверенностью заявляет, что написание кодов станет его будущей специальностью. Начал изучать разные языки программирования уже больше, чем нам давали в школе и на факультативах. И по итогу стал призером Всероссийской олимпиады национальной технологической инициативы. Это олимпиада по программированию. И победил еще в олимпиаде программирования от 1С. Отличились гимназисты и в творчестве. На этом поприще у них больше всего достижений. Так, для детей открыто 12 кружков разных направленностей, а в конце каждого учебного года они принимают участие в отчетном концерте. Его посвятили грядущему юбилею Ангарска. Я думаю, что каждый номер, в общем-то, это огромная работа и преподавателей, и детей. И то, что сегодня показали дети, это все посвящено городу Ангарску, юбилею города Ангарска. Руководит у нас поэтической студией Ольга Александровна Гизатуллина, и все стихи, которые читали дети, это все написаны самими детьми. Номера дети исполняли на новой сцене актового зала. Освоиться на ней гимназисты не успели из-за пандемии, поэтому первый концерт стал пробой пера для учащихся. Как говорят педагоги, на больших подмостках они смогут воплотить больше смелых и интересных идей, а значит и реализовать свой творческий потенциал на все 100. Илья Потапов, Елена Шелик, Дмитрий Новопашин, «Местное время».